Ну вот, последние часы нашего отпуска. Такое вот бессмысленное видео. Хочу показать, что бассейн не освежает вообще. То есть вода такой же температуры, как и воздух. 32, наверное. То есть я не чувствую, если глаза закрыть, я чувствую, когда моя нога вошла в воду. Нету никакого холодка. В общем, бассейн вот такой вот прекрасный. Вот это вот бассейнный бар, который Олежек увидел и на картинке. И как бы это было одним из решающих, почему мы заказали этот отель. Он покрыт сухими пальмовыми ветками. Ну, очень, кстати, надежный такой материал. Пробивные дожди не проливают. Там плазма внутри. Мы сидели, пили, все нормально. Вот ребята играют. Мячик. Там наш ресторан. Но если ты хочешь экстрима, всегда можно пойти в джакузи, где кипятющая вода. Сейчас там вот кишит людьми, которые хотят омолодиться, свариться и выйти обновившимся. Ну вот, иду купаться в джакузи.